Привет, привет, друзья! Вы на моем рукодельном канале, меня зовут Зульфия. Все шьют сумку, и я решила пошить. Поехали! И у меня был вот такой кусочек ткани. Сейчас я вам просто покажу. Это у меня обрезки с производства. Вот, решила сделать небольшую сумочку. Во всяком случае, попробую. Это первая пробная у меня. В общем, смотрите, друзья, нарисовала я прям ручкой, которая под действием утюга исчезает. Нарисовала перышки, но перышки вот односторонние у меня получились. И вот такие вот кругляши нарисовала. Вот эти вот птички и цветы я просто по контуру и внутри немножечко вот так простегала. В общем, сейчас я это все буду продолжать. Потом я вам покажу, какой у меня получился результат. Здесь я сначала хотела весь фон покрыть другими нитками контрастными какими-нибудь. Но потом почему-то решила, что мелкий стиплинг здесь будет уместен. Вот пока такой участок только заполнила. Сейчас утро показываю, вот как это смотрится на свету. Я сейчас вам покажу стежку, как я стегаю. Это вот эту мелкую. Но для того, чтобы вы понимали, какой размер стежки, я вот кладу перекусы. Это вот обычные перекусы или вот моя рука. Я просто увеличила изображение на экране. Стежка мелкая, но я хотела бы еще мельче, у меня пока не получается. И игла у меня еще толстая для квилтинга. Надо бы, конечно, потоньше. Вот так вот, вот этот участок я закончила, и я показала в ускоренном темпе, ускорила в 3 раза. Кропотливая, конечно, работа, но оно того стоит. Посмотрите, ткань получается такая вот. Ой, сейчас я уменьшу. Сейчас, вот так. Вот. Ткань получается такая плотная, такая прям хорошая. Для сумки самое оно, но я думаю, что подкладку я тоже проклею клеевой, чтобы потверже было. А, что хотела сказать. Вот эти вот детальки я прошла по контуру. Вот эти вот прошла по контуру. Видите, вот лепесточки эти. И подхожу прям близко к отстрочке. Подхожу, да, стиплингом. Видно? Ага, видно. Вот, подхожу и, не заходя за строчку, прямо, ну, прям практически до нее дотрагиваюсь, до этой вот отстрочки. И вот так вот обхожу детальку, в нее не залезая. Таким образом, получается, что у меня как будто вот этот цветок лежит на отстёганной вот, вот этой вот поверхности. Здесь был маленький кусочек, я его тоже прям оторвала, ну, прервала строчку. И вот это вот участки, вот эти вот и вот эти вот я отстрочила. Потому что здесь видно, здесь, наверное, не видно. Вот эти вот участки, вот эти вот маленькие, я отстрочила. Таким образом создалось окончательное впечатление, как будто вот этот цветок лежит на отстроченной поверхности, от простегнутой поверхности. Вот, продолжаю. Получилось очень красивое полотно. Здесь будет, это будет клапан сумки.
это верх, это задняя часть. Вот с этим рисунком я лоханулась немножко. Задумывала одно, получилось совершенно другое. Но ничего, у меня есть мысль, как это обыграть. Здесь тоже маленькие, вот эти не видны. Можно было побольше оставить, ну, потолще. Такие вот завитки. Вот этот вот практически вообще не виден. Вот, райские птички такие получились. Объемненькие, красивенькие. Красиво. Все-таки стежка это что-то. Ну вот, друзья, вот такие вот заготовочки у меня получились. Это боковинка. Мне еще вот в таком тоне, в таком принте, мне нужно будет переднюю часть сумочки такую небольшую сделать. Это у меня клапан, это верхушечка, это задняя часть, это боковинка. И вот из этой ткани я еще сделаю переднюю часть сумочки, то есть вот где клапан, вот с этой стороны будет. Вот такие вот дела. И хочу вас, девчонки, поругать. Но в виде под видео со стежками мне писали: да, да, мы хотим научиться стегать, покажите нам. Но показала, где ваша стежка? Ни, вот я под видео ставлю номер WhatsApp, никто мне про свою стежку не написал, не показал. Вообще, вот, ну, я вещаю в пространство просто, как будто пустое пространство. Пробуйте стегать, девочки. Вот можно смотреть сколько угодно. Пока вы не попробуете, вы стегать не научитесь. Вот по поводу вот этой стежки хочу сказать. Вот она вот такая. Помните, я вам говорила, что я начала сначала стегать таким полусердечками. Вот эти вот полусердечки здесь. Посмотрите, как великолепно смотрятся. Тоже они мельче обычного. Вот такая вот красота. Все, девочки, всех обняла, всех поцеловала. Пока-пока. Стегайте и в WhatsApp присылайте, пожалуйста. Я потом их выложу, ваши работы.